Этим молодым военным еще только предстоит отдать свой долг Родине. Зато Родина уже успела позаботиться о будущих защитниках Отечества. Ведь именно для выпускников военных вузов, окончивших обучение не раньше 1 января 2005 года, государство разработало социальную программу «Военная ипотека», иными словами, накопительная ипотечная система. Программа по ипотечному накопительному кредитованию военнослужащих разработана агентством по ипотечному жилищному кредитованию и Министерством обороны Российской Федерации. Благодаря военной ипотеке мечты о собственной квартире для многих семей уже стали реальностью. Только с начала нового года более 1000 бойцов по Центральному военному округу присоединились к социальной программе, то есть взяли ипотеку. Однако привычного страха от кредита семьям военных испытывать не придется, ведь все 20 лет платить за квартиру будет государство. Конечно, при условии, если военнослужащий будет защищать Родину, пока она полностью не погасит долг перед банком. Программа «Военная ипотека» обеспечивает военнослужащему получение ипотечного кредита на сумму, достаточную для приобретения жилья эконом-класса. К сожалению, для многих военных камнем преткновения для улучшения жилищных условий является сам процесс оформления документов. Действительно, чтобы получить квартиру по программе «Военная ипотека», мало быть просто военным. Военнослужащему нужно получить свидетельство о праве участника накопительной ипотечной системы на получение ипотечного жилищного займа в ФГУ «Росвоенжилье». В данном свидетельстве указываются условия, на основании которых рассчитывается сумма ипотечного кредита. Имея на руках данное свидетельство, военнослужащий определяется, где он хочет приобрести жилье. Далее военнослужащий собирает полный пакет документов по выбранной квартире и передает его в кредитную организацию для проверки. Затем, если кредитная организация одобряет жилье, между ней и участником накопительной ипотечной системы заключается кредитный договор. Но и на этом история с оформлением военной ипотеки не заканчивается. Дело в том, что как для покупателя, так и для продавца квартиры сделка в данном случае тоже имеет определенную специфику. Военнослужащему, который никогда не сталкивался с оформлением документов по военной ипотеке, сложно без помощи специалиста по недвижимости подобрать жилье в Екатеринбурге, удовлетворяющее всем условиям данной ипотечной программе, а также в установленные сроки собрать все необходимые документы и договориться с собственниками приобретаемого жилья о форме и сроках расчета. Поэтому лучше доверить это грамотному риэлтору. Бюро недвижимости «Зырянвы» готово оказать профессиональную помощь военнослужащим в приобретении жилья в рамках программы «Военная ипотека». Специалисты агентства обладают достаточным опытом в проведении подобных сделок. Кроме того, партнерами Бюро недвижимости «Зыряновой» является не одна, а несколько кредитных организаций, которые предлагают низкие процентные ставки по ипотеке. Звоните 283 0111. Приходите по адресу Первомайская, 15, офис 502.